Папа Римский Франциск впервые публично признал китайских уйгуров-мусульман преследуемым народом. Об этом он написал в своей новой книге «Давайте мечтать. Путь к лучшему будущему», опубликованной 23 ноября. К такому заявлению папу Франциска на протяжении нескольких лет призывали многие правозащитники. В книге, имеющей 150 страниц, глава Римско-католической церкви об угнетенном народе Китая кратко написал: «Я часто думаю о преследуемых народах. Рохинджа, бедных уйгурах, езидах». За исключением данного упоминания, папа Франциск не раскрывает в книге вопросы, касающиеся уйгуров. При этом он более подробно рассказывает о других преследуемых группах, таких как рохинджа. На данное заявление Римско-католической церкви отреагировали в МИДе Китая. В ведомстве считают, что включение уйгуров папой Римским в список преследуемых народов совершенно необоснованно. Напомним, ранее на протяжении многих лет правозащитники и лидеры разных стран мира заявляли о нарушении прав уйгурского населения, которое подвергается идеологическому и физическому насилию со стороны китайской власти.